Привет, девчонки! Сегодня снимаю видео на два продукта от торговой марки бабушки Агафьи. Это густой шампунь Агафьи и густой бальзам Агафьи. Он для тонких, шампунь и бальзам для тонких и ослабленных волос. Настой 17 сибирских трав, белый мед, репейное масло и сосновая живица на талой воде. Мне очень понравился шампунь. Очень приятный, хорошо промывает волосы. Я промываю один раз и второй, первый раз, чтобы очистить полностью грязь накопившуюся, да, пыль, которая оседает на волосах, грязь. Очень понравился, он такого желтого цвета, сейчас вам покажу. Очень приятно пахнет такими вот травками. Очень он мне понравился. Шампунь очень мягкий, он потрясающий. У меня волосы очень сильно блестят от него, появился объем, хорошо укладываются, такие стали живые, очень приятные. От этого шампуня у меня волосы. Бальзам откручивается вот так. Он не сильно жидкий, не густой, такой средний. Тоже наношу я его немного. Сейчас попытаюсь вам его открыть, показать. Там, если в шампуне очень приятная крышечка, она легко открывается. Вот такой бальзамчик. Очень приятно пахнет такими травками, хвоей. Простите. То неудобно мне его закручивать. Вот так он выглядит. Неудобно его, конечно, открывать в ванной. Лучше, если бы он был с дозатором, как и шампунь. Бальзам тоже очень такой нежный. Очень хорошо тоже питает, увлажняет волосы. Они становятся мягкие. Я его держу 3-4 минуты, потом смываю. Результат мне очень понравился. За свою цену это прекрасные продукты. Еще мне понравилось, что они содержат, эти два продукта, СЛС, парабены. Вот так. Одобрен Минздравом России. Новая активная формула, рецепты бабушки Агафьи. Очень понравилась эта марка. Я буду покупать шампуни, бальзамы, маски, пробовать снова и снова. Я, можно так сказать, влюбилась в эту марку. Мне она очень понравилась. Я не ожидала даже такого эффекта. Вот такая красивая надпись. Надпись на бутылочке рецепты бабушки Агафьи. Очень красивые, хорошие продукты. Мне не понравились. Ставлю им оценку 10. Всем пока. До следующей встречи.